А что, корабли не могут выехать-то? У нас под... Ну у нас тоже моторишка, тяжело, блядь, это. Ну, так, если я там надо опускать. Пиздичок какой-то, видимо. Нет, сидит. Нет, нихуя нет. Видео какое-то. Это, которое играете? Нет. Простое я поставил. Здесь место незнакомое. Ну теперь-то сидит или нет? Ну, сидит. А чё ты так не сопротивляешься? Пацанчик-то надо? Дай, пацанчик. Или не надо? Да не, не надо. Тут же мелочь хватает. Ну здесь покрупнее мелочь. На Кембрик. Померим тебе. Погранец. Какой-то мутный, блин. О, хороший вроде. Хороший такой кабанчик. На соплю. У меня сверху сопля, снизу сопля. Посередине вот это вот с фонсеки. Но с бусинкой соплю. Бусинка? Но зеленой. Писая. Вот на эту маленькую тоже. А нет, одна. Это я самого зацепил. О, бля. Брать стал стопудово.
Эй, бля. Давай я возьму. Ага. Второй. Этот на соплю. А первый на это, на маленькую вообще мушку такую. С этой. Он, по-моему, брать начал просто. Опять на маленькую на эту. С Фонсеки. Да, не по границ ты. Мужики, вы вниз через пороги не пойдете? Нет. Блять, потеряли проводника своего. Вверх сюда нас поднял. А обратно хер его знает, как там проходить. Ну не проходи. Правее держитесь. А? Правее держитесь. Зона мало, сходите. Там где там пороги-то? Ну видно же, где буруны. Ну видно, ну. Спуститесь. Можете вообще отрубить его. Двигатель? Ну конечно, что думаете, перевернетесь-то? Где на переворотик? Да хер его знает. Хер его знает. Там поднимались-то жестковато маленько. А вы с Подпорожья? А? С Подпорожья поднимались? Ну. Ну шли же этим берегом, да? Да. Ну так тихонько спускайтесь, я думаю, там нигде не ходите. Да чтоб камней не было, блядь, там ничего не должно. Корабли проходят, ёж. Ну я говорю, по фарватеру идти, если, да? Я думаю, проедете прям без проблем. Единственное, без фанатизма, она мало тихонько, мне кажется, проскочите много. Ладно, успокоили. А вы сверху, да? Самое главное, что то, что у вас под жопой, оно не тонет. А вы сверху-то откуда, ну, да? Сверху, ну. А там откуда заезжали вы? Луговское. А, Луговское. Вы там приставали-то, пытались рыбачить? Нет, мы ходили. Но?
Че, куда деваться-то? А куда деваться-то? Смотри внимательнее. Я тоже, блин. Корабли же проходят. Ну, валун торчит, видишь? Смотри, где бурунов поменьше. Правей. Я хер его знает. Теперь левее надо. Вон веха, видишь? А? Веху видишь? Ну. Вот рядом с вехой мы там проходили. Потихонечку.
Адреналинчику выхватили. Адреналинчику, говорю, выхватили маленько. Хуя там волна, аж лодку захлестнула. Я видел, а? Ну, потихоньку, так, блядь, уже. Что, здесь пойдем? Ну, наверное, можно и здесь сидеть. Так, а что не развернулся? Груз бросай, на то же. Ну не говори. Ох. Погранец. А померить равно. Да, погранец. Что ты нас бросил-то там? Мы ж не знаем, где чё. Ну ничего, так в лодку воды наплескалось. А я сейчас ёбаным якорем зацепился, блядь, всё, блядь. Здесь? А вон между дьяволом. А мужики спускались, мы у них поинтересовались, где чё. Говорит, по фарватеру. Блин, кабанчик. Дай-ка. Или не хуйня кабанчик. Кабанчик. Туда подумались. Ну я такой. Нормальный. Нас, главное, бросил там, сюда спустился, да? Ну, Андрюха. Зацеплено. Блин, после кабанов эти уже такие мелкие кажутся. Ты смотри-ка, здесь клёв-то получше, чем там. Может, здесь бы ходили, так и надергали бы. Не надо? Он еле держится. Андрюха нас увез от рыбного места. Ёлки-палки, такого я еще не видел. Ну хорезок это? Ну. Хорезок? Наверное. И кабанчик на его взял вот этот. Ну. Хорезок, ну. И вот такая хуйня берет на эту мысль. Низинчиковый. И что, ты его почувствовал, поклевку? Ну, так. Вот тянуло нахуй. Ну, что он не тянул.
Думаю, вытащу или заброшу. Ну, тут глубоко, в принципе, приставать-то хорошо. Ну вот рыбки сколько поймал. Такие вот экземплярчики. А вот еще один.